как же вы мне надоели! Наконец-то можно спокойно спать! Быстро доедай хлеб, а то не вырастешь! Но я не хочу доедать этот хлеб! Я сказала быстро! Это что за обезьяна? Где моя дочка? Ты что, совсем что ли? Я что, из-за твоего дурацкого хлеба так выросла? Так я же образно сказала, я же не думал, что ты реально так вырастешь. И кого я теперь такая должна? Да-да, не все так плохо, ты даже почти не изменилась. Правда? Да я тоже не сильно заметила. Вы что, обезьяну из зоопарка своровали? Так, главное не забрызгать пол, а то мама снова орать будет. Попу мыть надо каждый день. Попу мыть, даже если лень. Все, как ты и просила, мам, ни одна капелька не упала.